Автомобилистам лучше заранее продумать завтрашний маршрут. Центр Екатеринбурга 9 мая перекроют. Под кирпич попадут 18 улиц и около 20 километров дорог. С 6 утра и до окончания всех праздничных мероприятий не проехать будет по 8 марта от Ленина до Малышева и от Ельцина до Ленина. По Толмачёву от Первомайской до Ленина, по маршала Жукова от Челюскинцев до Главного проспекта. Также перекрыто движение будет по Ленина от Московской до Карла Либнихта и по Ельцина от Челюскинцев до 8 марта. На время легкоатлетической эстафеты закроют проезд по проспекту Ленина от Восточной до Гагарина и по Гагарина от Академической до Малышева. Туда транспорт не пустят с 6 утра до 14.30. С 8 утра и до полудня перекрыт будет проспект Ленина от Мамино-Сибиряка до Карла Либнихта. Там пройдет Бессмертный полк. Не только центр города, но и другие районы будут закрыты для автомобилистов. На Уралмаше с 10 утра перекроют движение по Космонавтов от Ильича до Машиностроителей, а с 11 по Ильича от площади Первой Пятилетки до Победы. Там пройдут легкоатлетические эстафеты. Химаш также попадает под перекрытие с 10 утра и до обеда. Там будет закрыта улица Грибоедова от переулка Углового до Торговой. Кроме того, во время праздничного салюта с 7 часов вечера до его окончания для автомобилистов закроют движение по Карла Либнихта от Шевченко до Малышева, а также по Малышева от Розы Люксембург до Московской и по Радищева от Московской до 8 марта. По этим улицам беспрепятственно смогут передвигаться пешеходы. Общественный транспорт будут пропускать по мере необходимости.